Не исправен разъем. Будем менять разъемчик. Разбираем. Сим-держатель мы достали. С нижней части аккуратненько подковыриваем. У него, смотрите, шлейфик, сканер отпечатка пальцев на крышке. Вот он. Аккуратненько, смотрите, снимайте. Отстегиваем его, крышку в сторону. Нижнюю часть откручиваем. Сколько тут? Раз, два, три, четыре. Пять болтиков. Антенка пластиковая. Убираем ее. Вот наш разъемчик, так, шлейф отключаем сразу. Батарею можно, полностью отключить батарейку, вот шлейфик. Отключаем батарею. Кабель антенны. Резиночку не потерять, смотрите, вот это с микрофона. Чтоб легче платку снять, она там обычно на ВНН скотче просто чуть-чуть нагревать. Прокладочку тоже надо снять. Вот я платку приготовил. Разъемчик наш новый. Сейчас разъемчик мы облудим его. Я вот так делаю. Контактики, ножки лужу. И шов пролуживаю. Облудили, разъем готов. Теперь сейчас оканифолим. Это у меня LTI 120 называется. Ну, как жидкая канифоль. Только она чуть-чуть постояла, чтобы она не разливалась по плате. Она, с нее спирты испарились, и она стала такой, как мед. Субстанция как медовая, она намазывается хорошо. Так. Смотрите внимательно, рядом микрофон, чтобы его не перегреть сильно. Я беру монетку, еще одну монетку, подкладываю две монетки. Так, там у нас контактики есть, вот под антенну или под корпус. Они нам немного мешают, мы подложим три монетки, вот так. Потому что у нас разъемчик же врезанный в плату. Ну, как в вырез идет плата, и мы его нормально не посадим.
если не приподнимем платку. Вот я ставлю раздел. Разъем на платке. Осталось теперь пропаять контакты вот эти. И все. Пропаивается плохо. В таких случаях я еще пользуюсь феном. Дополнительно подношу фен. Греем чуть-чуть, кратковременно. Паяльник вроде включен на высокую температуру, а вот не хватает его для пропая, особенно левая ножка минусовая. Все, пропаяли разъемчик. Теперь смотрите, очищайте остатки, канифоль, если это или что-то у вас, паяльный флюс. Нежелательно спиртом, потому что рядом микрофон, если зальете микрофон спиртом, микрофон под замену. Пинцет у меня не острый, царапин не оставляет. Вот. Единственное место, где ножки в канифоле, можно чуть-чуть краешком щетки спиртик чуть-чуть. Главное, чтобы на микрофон не попало. Берем чуточку. На микрофон, чтобы не попало. Все у нас чистенькая платка. Чистая платка, пайка. Нормально, все, теперь можно возвращать все на место. Все, возвращаемся на место. Ставим резиночку. Сканер отпечатка желательно, конечно, на выключенной батарее. Надо батарейку отключить, потом цепляем сканер отпечатка. Теперь подключаем батарею. Все на месте. Аккуратно закрываем крышку. Начинаем с верхней части. Я обычно сверху начинаю. Снизу открываю.